Волжский государственный университет водного транспорта – высшее транспортное учебное заведение России. Оно было учреждено постановлением Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны СССР 11 сентября 1930 года. Это целая история, 1930 год, начало эпохи. И, конечно, за это время университет серьезно вырос. Это и профессорско-преподавательский состав очень высококвалифицированный, и материально-техническая база. Поэтому хотелось бы всех поздравить с этим мероприятием, пожелать развития. Волжский университет водного транспорта присутствует не только в Нижнем Новгороде, но и имеет филиалы во многих городах Российской Федерации. Это разветвленная сеть говорит о том, что кадры для судостроения готовятся во всей стране, и судостроению быть. К 90-летию вуза в Волжском университете стартовал цикл мероприятий. В финальный день празднования объявлены лауреаты ежегодной премии развития, где отмечены авторы самых значимых проектов этого года. Коллектив поздравили Федеральное агентство морского и речного транспорта, правительство Нижегородской области, руководители судоходных компаний. Я выпускник этого вуза, выпускник 96-го года. Я очень рад присутствовать на сегодняшнем юбилее, 90 лет. Очень надеюсь присутствовать еще на следующем, главном юбилее, 100 лет. Чувство переполняет, как всегда, когда вхожу в стены родного вуза. Мы очень тесно взаимодействуем. Очень рад проекту «Плавучий университет», который был запущен в ГУФТОМ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. В уникальном музее рассказано о становлении вуза, событиях и людях, которые создали и развивали его. На площадке «Труд крут» студенческие отряды в ГУФТ встретились с представителями регионального отделения РСО. Ну, конечно, это большая историческая дата для вуза. Естественно, что наш вуз – один из старейших учебных заведений в отрасли. Вот. Ну, а наше пожелание, конечно, в первую очередь, наше пожелание – это ветеранам, которые открывали этот вуз, да, значит, которые строили этот вуз, которые отстаивали в годы Великой Отечественной войны. Поэтому для них, конечно, главное – это здоровье. Самые умные и инициативные представители молодежи Волжского университета получили награды в номинациях «Студент года», «Молодой ученый», «Творческая личность». Радостно то, что университет, ранее академия, еще ранее Горьковский институт водного транспорта, сегодня является лидирующей учебным заведением нашей отрасли. И я горжусь тем, что, в общем-то, костяк команды Волжского парохода сформирован из выпускников данного вуза. Ректор в ГУФТ Игорь Кузьмичев поздравил ровесника университета, почетного сотрудника и ветерана отрасли Анатолия Гладышева с 90-летним юбилеем. Наградили и преподавателей, ученых и сотрудников, а ветеранам торжественно вручили наградные кортики. Владимир Смирнов, Алексей Завылов. Время новостей.